Президент Владимир Зеленский планирует утвердить стратегию внешнеполитической деятельности Украины к нынешнему Дню независимости. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Украина-30. Международная политика». Воплощение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что смогу утвердить такой основательный документ, а именно стратегию внешнеполитической деятельности Украины уже к 30-летию нашей независимости, отметил Зеленский. Кроме этого, Зеленский назвал главный приоритет страны. Также Зеленский добавил, что приоритетом международной политики Украины является деоккупация Крыма. Наш главный национальный интерес – это мир на нашей земле. Это моя основная цель как президента Украины. Государство и украинский народ сделали уже достаточно, чтобы получить четкие подтверждения о дате и условиях вступления Украины в ЕС и НАТО, подчеркнул Владимир Зеленский. Также Владимир Зеленский во время форума призвал открывать посольства Украины в различных регионах мира и назначить новых амбициозных руководителей. Мы развиваем дипломатическое присутствие за рубежом с учетом реальных приоритетов, расширять географию наших посольств в различных регионах мира. Должно быть назначение новых динамических, амбициозных, которые ничего не боятся, руководителей, заполнение имеющих вакансий прежде всего в приоритетных для нас государствах.